Купить шубы на меховой выставке выгодно, если вы уверены в производителе. Как минимум, все выставочные изделия должны быть чипированы, а ассортимент богатым на новинки и разнообразие меха. Среди тысячи моделей внимание стоит остановить на самых теплых. В предстоящем сезоне возвращается мода на пушнину, лисицу и писец. Практичный жакет-трансформер со съемными рукавами можно считать как зимним, так и демисезонным вариантом. На западе России особенно популярен мех бобра и каракуль. Это одно из самых теплых, носких и экономных вариантов. Шуба обойдется покупателю не дороже 60 тысяч рублей. Модницы к таким моделям пока только присматриваются. Качественную норку видно сразу. Это густой подпушек, блестящий ворс и отсутствие у меха заломов. По словам продавцов, покупательницы обращают все больше внимания на светлые модели. При правильном уходе ворс не желтеет. Актуальный сапфировый оттенок считается более практичным, чем молочный или снежно-белый. Еще один показатель качественного фабричного пошива – количество шуб на выставке. Чем их больше, тем провереннее лекало и шире размерный ряд. Если вы купили шубу без капюшона, то подобрать головной убор можно прямо на выставке меховой компании «Белка», которая работает со 2 по 6 ноября в спортивном комплексе имени Ивана Ярыгина с 10 до 19 часов.